Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Научстудии. С вами я, Сергей Качанов. Сегодня я разработал очень интересное устройство. Вернее, их сейчас два. На самом деле, я их изготовил гораздо большего количества. У меня есть три кнопки, три режима. Но на самом деле тут есть четыре режима. Вот так выглядит эта свечка. Это искусственная свеча. Здесь у нас располагается гнездо Type-C для зарядки аккумуляторных батарей. Здесь есть три регулировочных винта, которые умеют настраивать под яркость. То есть яркость можно регулировать. Но вот сейчас я вам покажу очень интересное чудо. Данного образца абсолютно ни у кого нет. Все радиодетали это китайские, впредь даже до кнопочек, микроэлектроники. Наверное, только коробочка вот эта белая, это, наверное, российская, и то я очень сомневаюсь. Скорее всего, это тоже коробочка сделана в Тайване, ну или в Китае, неважно. Работает она очень интересно. Сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, я выключил свет. Вот так работает режим номер один. То есть горит чисто фитилек желтым моргающим светом. Сейчас выключу. Включаю второй режим. Работает второй режим. Выключаю второй режим, включаю третий режим. Все цвета радуги. Кстати, эта свечка работает больше одного месяца в таком режиме. Можно увеличить до 3 месяцев, только яркость нужно будет уменьшить. Включаем все три режима. У нас горит огонек сверху, внутри. И перемигивающий фонарик. Если кто-то хочет изготавливать, можем банально объединиться и начать выпускать эти устройства. Если кому-то интересно, заряжается банально от шнурка телефона Type-C. То есть готов, скажем так, для реализации. То есть это готовое устройство. То, скорее всего, их нужно только не в квадратных коробочках аккумуляторы устанавливать, а нужны будут все-таки круглые коробочки. Более интересно будет выглядеть. Заряжается вся эта коробочка вот таким образом. Если внимательно приглядеться, то там горит красный светодиод. Как только он зарядится, будет синий светодиод. Все довольно-таки просто. С одной зарядки большая свеча способна работать больше 1 месяца без выключения. При более низком свечении устройство способно работать 3 месяца без выключения. Спасибо за внимание, кто досмотрел это видео до конца. Всем спасибо, до новых встреч. Кто заинтересован в
совместной реализации. Номер телефона будет внизу под видео.